Ну что, мужики, последний бой самый сложный. Погнали. Куда здесь хоть идти надо? Сюда вроде бы иду, как положено. Ах, вот, блядь. Вот так, такие вот перестрелки у нас тут, ребята. Бля, это куда тут только идти надо? Ну что, сука, вылазь нахуй. Куда, блядь, бежишь? Блядь, падла нахуй. А ну стой нахуй. Сейчас я тебе дам, блядь. Садимся. И как спецназовцы мы нахуй, видали? Та-та-та-та! Мы присели, чтобы нас, блядь. Сейчас он уже вылезет. Давай вылазь, чувак. Идем дальше. Давай хоть это мы туда возьмем. Нормальное оружие еще себе возьмем. Во. Обычные патроны стоят. Само то. То, что нам и нужно. Привет. Опа-на. Давай. В электростанцию мы пришли. Ой, блядь, мы не теми патронами стреляем. Этих жалко такими патронами стрелять. Его спалил, блядь. Тут снайперы, да. Сейчас мы их, бля, подстреливаем тут. Блядь. А как тут отключить эту хуйню? Мне как-то вниз надо спуститься, походу, да? Вот, да. Давай. Слазим. Блядь, быстро патроны кончаются здесь у нас. Хочу, чтобы я глох, но ответить не сможет, это факт. Нате вам, суки. Классный, да? Внезапно нас захватить не получилось. И теперь мы можем отбиваться сколько угодно. Так что сдавайся, пока мы не перебили всех твоих сообщников. Сдавайся, Клим, блядь. Вы сидите в этой жестянке, как загнанные крысы, а я должен сдаваться? Да у тебя крыша поехала. Сейчас Савелий приведет из этой комнаты чувства. Хватит мне ломиться, занять укрытие. Бля, я, знаете, что хочу сказать, друзья? Здесь вот чем больше играешь с геймпада, чем проще начинается потом уже, ну, это, целиться. Я ж первое время, блядь, вообще никого попасть даже не мог. Понимаете? Я серьезно говорю. Я думаю, блядь, это пиздец какой-то. Вау.
осталось. Мы только что вскрыли последние 10 патронов. Когда он кончится, придется задраивать люки. С этого момента ты останешься без поддержки, так что будь осторожен. Давай, не бзди. Том, бабла драная! Думаешь, можешь взрывать моих людей, и тебе это вдруг дает? Я никого не боюсь, блин. Я сразу шла по крупному, но ты только что поднял ставки. Так вот, я отвечу. Больше я с тобой миндальничать не буду. Тупо поджарю, и черт с ней с лодкой. Блин. Спецотряд. Я один тут, блядь. На поиски этого отряда, чтобы их головы были у меня на столе, ясно? Спецотряд, блядь. Я тут... Я здесь один, блядь, совершенно, нахуй. Ха-ха, класс я их, да? Спецназовец, ёпта. Пособираем хоть патронов, блядь, немножко. Установка завершена, Майрон Моралес. Окей. Вот это сука! За суку, блядь, мне ответите сейчас, падла. Вы любите вы обзываться, нахуй. Что, сожрать можно что-нибудь, похавать тут? Снайперу в голову, бля, с автомата. Но он стоял со снайперкой. Я не знаю, почему здесь он уже без снайперки. У него была снайперка, походу. Или просто... Чё ты, блядь, тут завис, блядь. Иди сюда, нахуй. Блядь, я... Вот так вот, нахуй. Видали, как я, нахуй? Нихуя себе! Меня завалило. Вот так вот. Да выпендривался я. Ну и шел красиво, да, согласитесь? И шел очень красиво. Я просто, наверное, зря я бомбу себе под ноги бросил. Что-то я затупил, конечно. Блять, когда там было сохранение последнее? Откуда здесь начинать? Сейчас мы будем. Убили. Там, получается, взорвалась бомба, походу. Или там кто-то конкретно так пару... патронов в меня попал хорошенько. Вот. Такие вот пироги. Бля, сколько тут ждать, бля, давай быстрее загружайся. Есть, загрузились. Но ты только что поднял ставки. Так вот, я... Блядь, опять отсюда, вот ёбан. Я с тобой миндальничать не буду, а тупо поджарю. Здесь с лодкой. Демонал, такие вредные. Вот он. Танчика завалили. Они задраили лодки, но отсидеться мы им не дадим. За каждым люком. Хоть и установить непрерывное наблюдение и всю территорию обыскать. Несколько наших групп не выходят на связь. На базе действует вражеский... Тут нам патроны понадобятся. Не занятых наблюдением за лодкой, немедленно... Бля, да попади ты мне. У них прикольные такие тут стволы, я смотрю. Разное прокачанное. Алена, что там зачертила лазер? Это я, бля.
сука. Тебя, блядь, дам чертила, сука. Иди сюда нахуй. Тудок. Караул, держите меня севера, блядь. Я вам дам, блядь, сейчас. Пацанчики, нахуй. Я вам, блядь, сейчас дам. Блять, кто-то валит, блять, с одного патрона меня, нахуй. А, так тут эти. Садись, блять, Сэм, ёбаный твой петух, блять. Ни хрена себе, блять. Здесь надо взять другое оружие какое-то. Будет дробовик, скорее всего. Убили опять, ты видел? Блять, я еще не сохранился, надо было сохраниться, чтобы поближе начинать, чтобы заново сейчас все не идти. Ну, это сложно, тут сложно. А то говорили, что меня убить тут невозможно. Нормально здесь они все убивают. Когда играть того хочет. Вот. Блять, второй раз начинаю. Раз убили, два убили, блять. Но ты только что поднял ставки. Так вот, я отвечу. Больше я с тобой миндальничать не буду, а тупо поджарю. И черт с ней, с лодкой. Пацаны наших... Пацаны! Убили жигана, баблы! Они задрали лодки. Но отсидеться мы им не дадим. За каждым люком, за каждой сходней установить непрерывное наблюдение и всю территорию обыскать. Несколько ну что, погнали, не выходят на связь. На базе действует вражеский спецотряд. Нет не занятых наблюдением за лодкой. Отряда, чтобы их головы были у меня на столе, ясно? Короче, я тут все спалил. Вон, вон бежит, бежит. Алена! Чё там зачертило лазер? Да за базар, блядь, отвечу, сука. Блядь, что ты с этой хуйни попасть не могу? Ни в кого. Блядь, сохраниться не могу. Дай-ка я возьму-ка другое. Вот это сука! А ну, это хоть с одного патрона валит их. Понимаешь? Тут я могу сохраниться, да. Ну что вы, блядь, тут? Братва, сучара за ящик! Блядь, тут, ребятушки, тут целая война, блядь, идет. Спалим вас, блядь. Я вам дам, блядь. Падла! Подпалим мы, пацаны! Ну что, ну как я? Прикройте, братва! Маслята вышли! Пацаны наши, хваля! Сучара, братья! Блядь, ты, сука, охуел, блядь. Сзади по мне стрелять. Надо патроны пособирать, блядь.
Бля, так они гранаты бросают, вот в чем дело. Они, блядь, тоже тут не лыком шитые, блядь, смотри. О. Блядь, сохраниться тут не могу. Они тоже гранаты бросают. Зря надеялся, что твои люди смогут меня остановить. Зря. И за это они ответят. Но сначала разберемся с тобой. Выпускайте сутулых. Сутулых? Как они закончат с туристом, принесите мне его череп. Мне нужна новая пепельница. Пепельница? Ха, какое клише. Это сутулы, это вот эти, да? Нате нахуй, я вам сейчас дам. Я вас спалю, блядь, сутулу. Нате нахуй, сутулу я, блядь. Блядь, попасть не могу по сутулам. Сутулы. Пошел. Кирпичом меня, блядь, бросает. Ага, теперь пошла перестрелка. Иди сюда, сутулый. Блять, он живой еще, смотри. Патронов нету, ни хрена нету. Здесь вроде бы разобрались мы, да? Сутулые, хуёвые. Так, как мне туда попасть? Наверх, получается. Вот сюда мне надо как-то. Ай-яй-яй, блядь! Да ну нахуй! Это пиздец какой-то. Блядь! Всё заново. Да если б я знал бы, блядь, не бросал бы их туда, этот коктейль Молотова, блин, гребаный. Все заново надо, елки-палки. Сложно, да, сложно тут сделать. Самое сложное такой вообще момент в игре в этой. Получается. Ну, в дополнение в этом истории Сэма. Получается. Такой, блядь. Нервотреп. Да это я еще, блядь, бегу, блядь. Быстрее, быстрее, быстрее на пролом. Сейчас буду играть спокойно. Спокойно, как положено. О, ёбаный рот. Это, блядь, отсюда аж начинать надо. Это, блядь, прикол какой-то, слушай ты. Кто тут, живой еще, блядь? Мне нравится, как они кричат, как эти. Блять. Сука, они еще оббегают меня со всех сторон, нахуй. Я тебе, блядь, сейчас дам сучара. Сейчас где мои, блядь, коктейли Молотова нахуй. Я, блядь, что, не попадаю по ним, блядь, или что? Получается. Блять, я сейчас с вами тут со всеми разберусь. По очереди, блядь. Патроны мне понадобятся. Надо тут патроны собирать. Потому что вы видели там, что творится, блядь, потом будет.
Вот. Прижал, суку драную! Кто ты меня прижал, ты, блядь? Ты нахуй. Козел, блядь. Бля, сейчас все убьют, нахуй. Блядь, я тут главное, что сохраниться не могу, понимаете? В чем дело? О, есть. Быстрое сохранение тут было у нас. Отлично. Ага, добрался, значит. Ты зря надеялся, что твои люди смогут меня остановить. Зря. И за это они ответят. Но сначала разберемся с тобой. Выпускайте сутулых! Как они закончат с туристом, принесите мне его череп. Мне нужна новая пепельница. Пепельница? Ха, какое клише. Сейчас мы их потихонечку тут постреляем. Как я говорил, буду сейчас не спеша. Патроны будем экономить. Там их спалим нахуй вообще. О, блядь. Так, отойдем сейчас. Он еще живой, блядь. Я тебе, блядь, сейчас дам, нахуй. А, смотри, шапка это, блядь, шлем. Кто там стреляет? Шлем висит в этом. Видали? Сейчас, подожди, сейчас там перегорит все. Сейчас я тебе, блядь, получу. Так, вот тут главное нам не сгореть, блядь. Ясно, блядь. Перегорит. Сейчас мы пока патроны пособираем. Все, подгорели. Идем дальше. Так, может быть, давай пока тут тишина, блядь. Сейчас возьмем ствол другой, блядь. Сколько здесь патронов? О, погнали. О, сейчас мы тут пособираем всякую ерунду. О, сейчас мы тут патронов все как раз поделаем. Давай. Таких. Вот этих у меня нету нихуя. Вот эти. Так, сейчас мы тут поделаем получше все. Так, здесь мы ничего не можем сделать. Здесь мы можем, блядь, прибор ночного видения, нахуй. Ха-ха-ха. Нахуй мне такой прибор, блядь. Вот давай такой поставим сюда. Ну, здесь тоже ничего нельзя. Все, патронов поделали, всего поделали, хватит, я думаю. Так, походу нам сюда. Значит так, этого убить! Вперед! Бля. Давайте же, мочите его! Ёбаный ваш в рот. Сколько вас тут? Я их спалю сейчас всех тут. Оба! Давай, давай, уколись. Да что с вами такое, бля? Вот он, стреляйте! Да хуй вам, бля. Да. Сейчас вы замочите, блядь, козла.
горите, блядь, в аду. Ха-ха, класс, я, да, устроил им тут. Так, идем дальше, блядь. Давай, поехали. А, не можем. Вот, тут можно что-то взять сейчас. Патрончики надо какие-то. Патрончики, это хорошо. Я тебя как трепанга нашинкую. Так, так будет просто четче, блядь. Ты давай, блядь, порви меня, да. А, во, я могу сюда, короче, пробраться. Главное не ебануться тут, блядь. Ух ты! Хо-хо-хо! Вы видели это? Вы видели? Смотрите. Вах! Так, мне этот не нравится. Я хочу тут такую винтовку. Так. Куда тут дальше идем мы? Блять. Я их не вижу, где они. Сука. Надо было, блять. Его. Вы меня, блядь, не возьмете тут, нахуй. Блядь, надо присесть, блядь, тут сложно. Так. Блять, надо патроны собирать, блядь. Патронов пиздец у меня. По патронам все очень тяжело тут, конечно. Блять, заебали. Кто это стреляет? Блять. Я тебе сейчас дам, блядь. Давай, вылазь, крыса сухопутная. Блять, сховался. Давай, вылазь. Есть. По-моему, зацепил я его. Так, патрончики, да, пособираем. О! Сейчас. Так, как нам сюда? Вот так, перепрыгиваем. Вот. Неплохо уже. Уже что-то получше. Ну. Тут я почему-то сохраниться даже не могу. О. Так, Лим, ты крепкий бастард. Клим, ты тут, блядь, сидишь? Гондон. Я пришел, давай. Shit, motherfucker. Подержи. Молоды, ну что? Достал таки, сука. Загнал пиндос, как зверя в клетку. Ага-га. Ты есть зверь, но тебя надо судить как криминал. Мы вешаем бунтовщиков в наших краях. Диспетчерская, ситуация под контроль. Черт, Сэм, они режут люк, скорее открой ворота, а то нам тут крышка. Скажи своим людям сдаваться. Хер тебе нарыл. Ах ты, сука. Вот концовка, наверное, ребята. Сюрприз, падла! Ах ты, сука. Ах ты. Вали его, нахуй. Хуна-на. Ну, падла! Давай, на.
Блядь, сломал этот козел. Походу. Ведро на голову. Здоровый, блядь, кабан. Опа! Видали? Вот это поворот. Кусок стекла, смотри, берет в руку. Опа! По артерии ему. Блять, ты какой здоровый корень. Скорую! Скорую? Вот тебе будет скорая еще. Давай, сын, бегим, блядь. Он уже идти не может. Все, короче. Взрывай бомбу, тогда уже надо взрывать, раз уже мы в Аляску свою, в Америку не уедем. Нужно взрывать. Лодка. Сэм, пора! Я их в центральном посту задраил. Решай скорей. Сэм, что это значит? Дай мне взять! Ну что, ребята, взрываем или нет? Что за хуйня такая? Последний герой. Я выбрал, чтобы не взрывать, блядь. Я не знаю, я нажал на этот. На флажок американский. Взрыв я не выбирал. Я дал ему плыть. Прости, Эд, но я не мог поступить иначе. Вот так вот. Я сделал так, мне дали ачивку золотую, последний герой сейчас только что высветилось. Вон меня везут туда. Интересно, попадет он в этот или нет? Умер, что ли, получается он, да? Но. Ну, я 100% уверен, что 90% игроков взорвали эту лодку. Зачем взрывать? А, нет, он еще живой, смотри у меня. Я думал, он погиб. Вот я решил не взрывать ее. Зачем? Пусть плавают. Может что-то изменится к лучшему. А то взорви, и он бы сам бы погиб тут 100%. Если взрыв бы был. Смотри, сейчас еще в Америку его отвезут. Ну куда-то по крайней. В Москве я был своим среди чужих, а здесь стал просто чужим. Том протянул мне руку. И что с того, даже если он нажмет на кнопку? Новой ядерной войны не случится. Да-да. А, приплыли мы, смотрите. На трубе всего лишь добавится язва. Никакая цена не кажется мне слишком высокой за билет домой. Особенно, если платить за него буду не я. Надежда увидеть отца, все, что у меня осталось. Все, чем получается, я своей концовкой, из-за того, что я не взорвал, я исполнил мечту Сэма. Я сделал то, что Сэм хотел. Все эти годы.
Ну, и я поиграл бы еще истории Сэма, часть 2, как он вот приключения, как он ищет своего отца в Америке. Ну, было бы прикольно посмотреть. Ну и что? Да, все, конец игры, друзья. Все, спасибо, что были со мной, спасибо, что посмотрели. Я считаю, что вот это дополнение, вот это DLC, история Сэма, она лучшая, лучшая основной оригинальной игры. Она больше мне радости, больше смеха подарила. И концовка классная, видишь, можно было взорвать, можно было не взорвать. Наверное, так бы. Ну вот мы исполнили, мы приехали. Сэм хотел к отцу, мы приехали, а то кого-то, блядь, ну. А то дед говорит, взорви подводную лодку, зачем ее взрывать? Зачем, если суть игры была в том, что Сэм хотел просто такой вот длинный путь проделал, чтобы пробраться себе домой. Ради кого? Ради какого-то деда, с кем он пару раз побухал и чуть не ослеп. Зачем? Ну, пизду. Все, ребята, я еще выскажу, наверное, сделаю коротенький ролик, а потом отдельно еще выскажу по поводу истории Сэма, ну, DLC. Я обычно так сделал по основной игре, по два полковника. И тут выскажусь. А, в принципе, что высказывать? Я все уже высказал, в принципе. Это лучшее дополнение всей... Лучше, мне она больше понравилась, чем основная игра. Все, наконец-то теперь я вот... Этот подарок, который жена мне подарила, смогу удалить. Она мне дарила на праздник эту игру. Метро Исход Голд. Ну, золотая версия игры. Тут были сразу включены все вот эти вот дополнения, которые мы сейчас с вами вместе прошли. Все. Спасибо большое, кто был до конца. Кто был до конца, напишите кодовое слово Хамрукар. И все, тогда я вас буду любить. Все. Спасибо большое, что были со мной. Все. Ну, а дальше встретимся уже в другом прохождении, какой-нибудь другой интересной игры. Пока-пока, ребята. До новых встреч.